«Газпромтрансгаз Сургут» направил в городской суд ходатайство о приостановлении на время исполнения решений. Речь идет об обязанности владельцев участков в 12 кооперативах снести строения, которые расположены в охранной зоне газопровода высокого давления, сообщает «Югра-Ньюс». Мы неоднократно рассказывали о проблеме в наших выпусках новостей. Напомню, конфликт между дачниками и «Газпромом Трансгаз» обострился в мае, длится же он несколько лет. Дочка «Большого Газпрома» настаивает на сносе всех строений, которые входят в 200-метровую опасную зону от магистрального газопровода высокого давления. В районе водохранилища ГРЭС-1, это сотни домов, бань, хозпостроек. Люди утверждают, что когда создавались многие кооперативы, никакой трубы высокого давления не было. Вопрос стоит на контроле у губернатора Югры Натальи Комаровой. Поднимался и на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Как отмечает интернет-издание, сегодня в городском суде рассматриваются заявления от «Газпромтрансгаза» об отсрочке исполнения судебных решений, вынесенных в отношении граждан.